11 лет назад, в тот прекрасный осенний день, мы, маленькими детьми, с улыбкой на лице и радостью в глазах, переступили порог нашей школы. Многие скажут, что в этот момент наше беззаботное детство кончилось, и началась ежедневная рутина на 11 лет. И в чем-то будут правы. Но то множество эмоций, воспоминаний, знаний и людей, которые мы встретили на этом отрезке нашего жизненного пути, и которые, хоть уже и взрослыми, будем вспоминать с той самой радостной улыбкой на лице, бесценны. Поэтому сегодня, спустя 11 неповторимых лет, мы говорим эти три слова. Школа, спасибо и прощай. Теплой волной живи, пока молодой. Небо над головой.